этаже на площади предварительно 24 квадратных. Администрация проведена. Для такого блокбастера сотрудники МЧС заранее ставят реквизит на месте учений. Все должно быть близко к реальности. На этот условный раз загорелся номер в гостинице. Коридоры заполнены условным дымом, а 10 условных пострадавших не успели выбраться. На 6-м этаже задымления нету. Отрабатывается взаимодействие, как я уже сказал, с силами РСЧС, ГИБДД непосредственно по обеспечению беспрепятственного подъезда к зданиям. На сегодняшний день это достаточно большая проблема, потому что парковками заставлены, или не только на парковках, стоят вдоль дорог, и проезд пожарной техники, конечно же, осложнен. Так, Главное управление МЧС по краю проверило работу системы оповещения здания, скорость реагирования пожарных команд, скорой помощи, а также слаженность работы персонала гостиницы. Последние помогали с эвакуацией. Это уже вторая тренировка на нашем объекте. Была последние года 4, наверное, назад. И в прошлый раз показало, что наши буквально растерялись, хотя проводили до этого тренировку. А сейчас уже более четко слажено. Слаженность будут проверять и дальше. Подобные учения не редкость. Сотрудники МЧС – частые гости в торговых центрах, гостиницах и офисах. Главное, чтобы повод был условный. Татьяна Голубева, Андрей Дреер. День с толком.